На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб «Гомель», проводящий сейчас учебно-тренировочный сбор на Кипре, сыграл два товарищеских матча. Оба спарринга состоялись в один день. Сначала подопечным Вячеслава Геращенко противостояла российская команда «Мордовия» из Саранска. Гомельчане победили 2-1. Точные удары на счету Романа Волкова и Руслана Юденкова. Во втором матче «Зелено-белые» также были сильнее. Со счетом 1-0 обыгран молодежный состав швейцарской команды Young Boys. Голом на 47-й минуте отличился нападающий Гомеля Алексей Теслюк. Следующий соперник подопечных Вячеслава Геращенко – Урал из Екатеринбурга. Матч состоится 8 февраля. Гомельская команда «Энергия» одержала две победы в очередном туре чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд в дивизионе «Б». На домашней площадке гомельчане дважды встречались с «Атлантом» из «Постав». В первой игре дело дошло до тайбрейка, где в непростой борьбе сильнее были хозяева. На следующий день победа «Энергии» досталась проще. Хозяева не проиграли сопернику ни одного сета. 300 детей и подростков принимают участие в областном этапе республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба. На протяжении 3 дней в Гомеле они будут бороться за победу и место в сборной команде области. «Снежный снайпер» считается одним из самых успешных и массовых проектов президентского спортивного клуба. Первые отборочные соревнования проводятся в школах после район, области и республика. Самых быстрых на лыжне и точных на стрельбище выявляют в трех возрастных категориях. Самым маленьким участникам 11 лет, старшим 16. Для каждой группы своя дистанция – 1500, 2400 и 3000 метров. На каждой по 2 огневых рубежа. По итогам областного этапа формируют сборную региона. Финал пройдет на главной биатлонной трассе страны в Раубичах. Сборная будет 28 человек. Это будет сборная, еще раз повторюсь, нашей Гомельской области. И пожелаем им удачи. В начале марта они уедут в город Минск, где проведут 5-дневный сбор. И потом 3-дневные непосредственно соревнования. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».